Кто может заниматься автомобильным бизнесом? Тот, кто к этому серьезно относится. Кто у нас занимается бизнесом автомобильным? Да все, кто не лень. Очень забавно, знаете, смотрится, когда крутой автосалон, расположенный в центре города, а сервис непонятно где. Мы приехали на Столовецкую 158/2. Здесь располагается серебряный саквояж. Мы уже третий месяц общаемся и довольно плотно общаемся. Для тех, кто смотрит внимательно автостоп, они уже наверняка это заметили. И мы ни разу об этом не пожалели. Девиз серебряного саквояжа – автомобили доступные. Это мы вам показали, китайские джипы, китайские малолитражки, ну и Citroёn, разумеется. И сейчас мы зададимся вопросом, а насколько хорош здесь сервис? И с этой целью мы зайдем вовнутрь. Театр начинается правильно с вешалки, а сервис – с автомойки. И это не прихоть, а необходимость. Вам лично приятно копаться, скажем так, в чужом и несвежем белье? Выводы делайте сами. Кстати, традиционные мойки здесь есть теперь альтернатива в виде мойки бесконтактной. То есть царапин от находящихся на кузове трудно смываемых частиц просто не будет. Кто-то из не сильно компетентных заявит, химреагенты портят краску. Для фом неверующих наш эксперимент. Для некомпетентных такая информация. Любая современная краска, будь то простая, будь то металлик, это полимерная композиция, которую повредить даже выбросами нашего ненаглядного невозможно. Вот результат. 15-летняя машина после обработки волшебной пенкой сверкает новизной. Идем дальше. И заходим вовнутрь сервиса. И очередная капля гордости за того производителя, на машинах которого я катаюсь и получаю удовольствие. Ну конечно же, United States. Можно сколько угодно их пинать и плеваться. Все равно земной шар не переплюнуть и не спинать. Но страна, в которой автомобиль – это часть дома, делает и недорогой тюнинг, и удобные подъемники. Факт. И подъемников, и персонала здесь хватает, чтобы неторопливо, а спешка нужна только при ловле блох и еще кое-причем, обслуживать ваш автомобиль. А без регулярного посещения вот этого агрегата, поверьте, ребята, вам не обойтись. И если в магнитке дороги стремительно становятся похожими на дороги с большой буквы усилиями любимого автобана, то усилиями ненавистных железных коробок на электротяге ваша подвеска при неаккуратном переезде вместе с колесами стремится к увеличению энтропии. Как загнул. Но поправлять недостатки, как и прибираться в квартире, необходимо. Геометрию, то есть развал схождения, регулируем на компьютерном стенде. Колеса здесь же. И опять же, после мойки, что в данном случае устраняет излишний дисбаланс. Но машина – это не только железка, это и электронные мозги, которые с каждым поколением становятся все совершеннее. И если раньше хороший спец обходился цешкой, то сегодня с помощью этого полезного со всех сторон прибора ошибки, как и элементарный check engine sum, скинуть вам не удастся. А здесь есть все. Дальше перечислять не буду. По-моему, достаточно. Вы вместе с нами смогли убедиться, что серебряный саквояж решил построить свой сервис серьезно надолго, так же, как и решил продавать автомобили. Соответственно, на этом сервисе, на сертифицированном сервисе, вместе с сертифицированным оборудованием и сертифицированными специалистами, ничего страшного, что я назвал тему сертификации 4 раза, вы получаете качественное обслуживание и гарантийное обслуживание. Но есть еще кое-что очень приятное. Вы знаете, из всех тех сервисов, где я побывал, да никто не мог похвалиться тем, что мне чуть-чуть машину не поломали. И было очень обидно. Здесь же все по-другому. Только вы заехали на территорию комплекса, ваша машина сразу же автоматически страхуется. Ну и даже в случае того, что кто-нибудь накосячил, вам эти косяки здесь исправят. А еще из приятных вещей. Серебряный саквояж – это официальный дилер масел Эльф. Ну, склад, к сожалению, показать вам не можем, но по сути событий. Классно, красиво и серьезно.